Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Тхемій. Радий вітати в нашій студії заслуженого журналіста України, медійного експерта нашої країни Олександра Козирева. Олександр, вітаю вас. Здравствуйте, спасибо за приглашення. Зустрічаємося з вами майже на фінішній прямій. Місцеві вибори, всі втомилися, але це не причина, щоб не аналізувати те, що навколо відбувається. Пропоную поговорити про технології, які застосовують різні кандидати, ну і про нашу з вами роль, наших колег. Чи змінилась роль ЗМІ, журналістів у висвітленні подій, ну, порівнянні з виборами президентськими, минулими місцевими виборами? Наскільки я розумію, ну, без ЗМІ, ну, нічого не буває, щоб не казав наш президент. Телевидение по-прежнему четвертая власть, мы прекрасно это понимаем, и мы остаемся быть четвертой властью, и огромную роль, особенно перед выборами, имеет функция освещения их средствами массовой информации. Вы знаете, для меня лично эти выборы, местные выборы в 2020 году, достаточно удивительны. Мне казалось, что, в принципе, желающих идти во власть будет меньшее количество, чем мы сегодня с вами наблюдаем. Ведь мы сегодня с вами прекрасно понимаем, что, взглянув на ленту Facebook или просто оглянувшись в офлайне вокруг, мы видим практически каждого второго из своих знакомых, которые сегодня с теми или иными мыслями, желаниями или какими-то тайными помыслами пытаются идти в депутаты местных советов. Кроме того, лишняя структура, которая сегодня появляется, так называемый район Одесский между городским и городскими областными советами, она добавляет количество кандидатов. Все это по новому избирательному кодексу, который достаточно сложно прописан в пропорциональной партийной системе. Это все вызывает массу вопросов, непонимание, как нужно голосовать правильно в бюллетенях, они будут нового формата, нового вида, нужно будет правильно, внимательно выбирать партию, нужно будет к каждому конкретному кандидату от партии ставить свой номер, фамилию, это будет сложно разобраться. Мы сегодня вот на финальной неделе ведем работу с избирателями именно об этом, это, наверное, самая важная вещь, объяснить, как правильно проголосовать и не испортить бюллетень, чтобы волеизъявление было осознанным и грамотно выполненным. Наверное, такая важная штука. Сегодня много людей пошли во власть. Сегодня много людей, которые хотят стать депутатами, совершают очень большую медийную ошибку. Глядя на внешнюю онлайн-сторону президентской кампании, люди думают о том, что президентская кампания господином Зеленским была выиграна только в онлайне. Они забывают о том, что президент Зеленский до этого 21 год был в эфире рейтингового времени самых топовых каналов, с самыми топовыми проектами. И придя к избирательной президентской кампании, его рейтинг узнаваемости был практически 100%. Да, нельзя сбрасывать со счетов телевидения. И вот почему у меня это вызывает все удивление, текущий ход избирательной кампании. Потому что я для себя прекрасно понимаю, как человек, разбирающийся в медиа, как человек, который 25 лет занимается медиа в Одессе и в Украине, что основную роль в этом выписанном избирательном кодексе должно занимать именно телевидение. И объясню почему. Если раньше местный округ депутата, скажем, городского совета был не очень большим, порядка 16-20 тысяч избирателей, и мы прекрасно понимали, что его можно было, во-первых, обойти просто ногами, да, из двора в двор за месяц, полтора-два можно было достучаться до каждого жителя своего округа. Сегодня округ — это почти 100 тысяч человек. В среднем в Одессе округа от 75 до 120 тысяч человек, в зависимости от конфигурации, от района. В Одессе всего 8 избирательных округов. Значит, получается, обойти ногами этот округ за месяц вы не обойдете. Так называемое гречкосейство, на что и был направлен новый избирательный округ, здесь тоже неразумно, потому что депутат городского совета при всем своем коррупционном желании, давайте так это сформулируем, зачем? Не сможет отработать те деньги, которые надо потратить на округ, который почти размером с округ в Верховную Раду, а в Верховную Раду мы знаем, что стоимость так называемого округа порядка 3 миллионов долларов, никогда в жизни за каденцию в 5 лет депутат городского совета его не отобьет. Такая политическая математика. Поэтому что надо делать? Надо идти с какими-то правильными посылами, месседжами и, наверное, партийными мыслями на телевидение, на самый доступный с точки зрения стоимости контакта с избирателем ресурс. Что же мы видим в итоге? В итоге все ринулись в Facebook. Сегодня все в Фейсбуке делают следующее. В полутемных офисах берут телефоны, без микрофонов, без понимания вообще в принципе о какой-то журналистике, садят условных девочек, давайте так скажем, которые берут интервью у непонятных для зрителя людей,
у понятных для пользователя людей. В итоге это все выливается в 3-10 просмотров по итогу. И все считают, что эта технология позволит им выиграть местные выборы. Это огромная ошибка. И, к сожалению, когда мы получим результат выборов первого тура мэрский и кандидатов, депутаты городского, районного, областного советов, эта ошибка очень четко будет видна. Все эти расчеты на только работу в онлайне, она совершенно себя не оправдывает. Сегодня, в принципе, меняется информационное поле, мы это прекрасно понимаем. И сегодня, да, и онлайн необходим тоже. Необходимо работать во всех социальных сетях, в которых вы присутствуете. Необходимо работать и живьем в поле. Необходимо использовать и наружную рекламу. И ей тоже перегрузили сегодня город, мы это очень четко видим. Но и мы прекрасно понимаем для себя, как эксперты в этом вопросе, что телевидение играет самую главную роль. А правильно выписанный с точки зрения политических пропорциональных систем избирательный кодекс требует, чтобы депутаты не просто выходили и кричали «Я Иванов», а призывали голосовать за свою партию. Найбільш дисципліновані вибори у нас хто? Це та людина, яка найбільше дивиться телебачення, а не сидить чи в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, при всій повазі до соціальних мереж. Це дуже важливо, тому що так, змінюються, можливо, десь політичні еліти. Приходять там свої хлопці, ну, наприклад, пана Зеленського, але все ж таки, на вибори, як ходили люди нам 45-50+, так вони й ходять. А молодь, люди, які менше дивляться телебачення, вони і досі у них немає такої культури, на жаль. Давайте тогда очень правильный вопрос, я совершенно с вами согласен, давайте обсудим выборный процесс с точки зрения возрастных категорий. В принципе, к сожалению, большому социологи сегодня говорят о том, что ближайшие выборы будут рекордными по низкой явке, и явка будет на уровне там, 38-40% в принципе. Оно и очень понятно по двум вещам. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что все мы находимся во второй волне карантина, мы находимся в экономической депрессии, в принципе, в психологической депрессии, связанной с пандемией, наша жизнь исключительно изменилось, и это все вызывает нежелание у людей идти на выборы. Кроме всего прочего, я видел интересные факты в центральной прессе о том, что половина граждан Украины в принципе не знает о том, что будут выборы. Люди настолько замыкаются в своей личной внутренней жизни, что не реагируют вообще ни на какой внешний раздражитель. Хорошо, давайте рассматривать, как же реагируют те или иные возрастные категории. Почему за Зеленского голосовала молодежь, и она много пришла на выборы? Они поддерживали месседжи, которые выдвигал президент Зеленский, и голосовали за них. Сегодня есть мнение, что молодежь была обманута, что молодежь сегодня, к сожалению, не получила тех своих ожидаемых изменений в своей жизни, в своих стремлениях, и она сегодня не придет на голосование. Кроме всего прочего, с точки зрения телевизора, молодежь, неинтересна в кавычках, потому что она находится, там, скажем, в ТикТоке, в Инстаграме, и там практически мала политическая активность, там до них достучаться невозможно. Если мы говорим о людях среднего возраста, то мы сегодня делали небольшое исследование, связанное с одесским Фейсбуком, и здесь тоже интересная ситуация. Активных участников одесского Фейсбука, тех людей, которые хотя бы два раза в неделю посещают Фейсбук, что-то там читают и что-то постят, вот это интересная вещь, всего лишь 10-12 тысяч человек. Казалось бы, на миллионный город. Но если задуматься, проанализировать, это так. Там аудитория 25-40 в основном находится. И эта аудитория, да, социально активных людей, но в массе своей протестного электората. Когда человек чем-то недоволен и он активный, он заходит вечером в Facebook и пишет «все плохо». Это основной месседж, основной посыл сегодня работающего Фейсбука. И эти люди под большим вопросом тоже сегодня, как потенциальный электорат. Мы не понимаем, придут ли они на выборы, или они ограничатся в воскресенье только постом о том, что они, хорошая погода, мы пошли на солнце погулять у моря, или мы напишем свое мнение только в Фейсбуке и не поднимемся с дивана. На эту аудиторию тоже рассчитывать странно. И что остается? Остается в сухом остатке вот эти 40% явки, которые представляют собой нашу телевизионную аудиторию 40+. Они еще со времен Советского Союза привыкли быть социально ответственными и понимали, что выборы – это выборы, и надо выделить время и в выходной день встать всей семьей и проголосовать. Поэтому, возвращаясь к нашей первому вопросу и к нашей основной теме, телевидение сегодня – основной влиятель на умы избирательного процесса на местных выборах. Еще важное питание. В наш час очень много разных политических экспертов, политических технологов. Але, на мою думку, ніхто так краще не розбирається в процесі, особливо виборчому, як ми з вами, Олександр, я маю на увазі в загальному сенсі. І телемедійник.
журналісти. Так ось, хочу запитати щодо не дуже чистих технологій. Брудні технології політичні, вони з року в рік, міняються люди, міняються обличчя, але технології, чорні піар-технології, брудні, медійні технології, вони залишаються однаковими, на жаль. К сожалению, большому да. И буквально позавчера мы увидели в информационной ленте информацию о том, что один из председателей некого Терезберкома пытался организовать так называемую сетку, объясню нашим зрителям. Это когда идет там системная скупка голосов, в три касания, понятная цена голоса, там какие-то невероятные деньги, но было пресечено силовыми структурами, и хорошо. Вы знаете, все-таки я надеюсь, что эти выборы именно благодаря развитию информационных технологий и благодаря тому, что наблюдатели, комиссия от разных партий, благодаря тому, что с помощью телефона, вот здесь есть положительный момент в этой штуке, что с помощью телефона можно выйти в эфир и тут же обратить внимание на нарушения, все-таки количество явных нарушений или тех технологий, которые легко увидеть и поймать для понимающего в выборном процессе человека, все-таки будет сложнее. Поэтому вот здесь в сегменте нарушений при подсчете голосов, мне кажется, что их будет меньше. Но опять же, вскрытие покажет, ведь черные технологии тоже развиваются, также с технической стороны, как развивается сама техническая сторона прогресса. Поэтому сидят злые гении и придумывают все новые и новые варианты процесса. На телевидении, если говорить о телевидении, мы, конечно же, видим, что наши коллеги иногда злоупотребляют таким понятием, как джинса. И большое количество условной околополитической рекламы, оформленной, скажем, в новостные программы, присутствует сегодня как в центральных, так и в региональных СМИ. С этим нужно бороться. И тут, безусловно, мы пытаемся на финальной неделе объяснять нашим зрителям, нашим избирателям, что нужно очень внимательно и вдумчиво подойти к решению, за кого же голосовать. Мы прекрасно понимаем, вот опять же удивительная вещь, я сегодня смотрю на кандидатов, и я для себя понимаю, что, ну, наверное, процентов 60 вот этих людей я вижу впервые. И задаю себе вопрос, а кто эти люди? Где они были раньше? Почему, скажем, за месяц до старта вдруг некие люди схватили мешки, перчатки и пошли по городу убирать мусор в городе. Простите, а где вы были 5 лет назад? Где вы были все эти годы? Почему вы раньше не возжелали желанием пойти поубирать город, отремонтировать улицу или встретиться во дворе с жителями, чтобы им чем-то помочь? Такая странная штука. Поэтому мы говорим, давайте выбирать правильно, давайте смотреть, во-первых, знаете ли вы этого человека 2 дня в избирательном, в политическом поле? Или вы все-таки знакомы с этим кандидатом многие годы? С разной стороны. Это же могут быть разные люди. Это могут быть действующие депутаты городского совета. А это могут быть люди, которые впервые идут в политику, но они были рядом с вами всю жизнь. Смотрите внимательно, кто эти люди. И самый главный вопрос о том, знаете ли вы их давно. Вот это первый вопрос, который надо для себя решать. Дальше смотрите, что это за команда, насколько это сплоченная команда, насколько она органична, насколько интересна политическая составляющая программы партии. Ведь сегодня мы прекрасно понимаем, императивный мандат партия может отозвать любого своего депутата. Мы сегодня прекрасно понимаем, что в любом совете один депутат не воин. Это все-таки коллегиальная ответственность, это коллегиальное голосование, и любое решение надо принимать группой, большинством. Поэтому смотрите, за кого голосовать. Это очень важный момент. Ось таке питання. Ми ось спілкуємось, дуже багато тем насправді, але я ось підсумовуючи нашу розмову, ось так спіймав себе на слові. Дуже багато молоді, вони ж кажуть, що ми не дивимося телебачення це для 50+, і старше, але все ж таки, вони, можливо, не дивляться сам телевізор, але вони дивляться медійний продукт, який розповсюджується Ютубом, Фейсбуком і іншим. Тому я погоджуюся з вами, Олександр Сухом, що сила телебачення, і немає значення, чи воно в цьому прямокутнику, який ми називаємо телевізор, чи в покет, в кармані, воно ще має свою силу. Совершенно с вами соглашусь. Вы знаете, вот мы, наверное, вот изначально неправильно с вами говорим, но мы говорим с вами по старинке телевидение. А ведь мы сегодня говорим не о телевидении. Сегодня мы с вами говорим об уникальном контенте, о локальном контенте, который мы с вами создаем. Ведь кто, кроме нас с вами, показывает сегодня жителю, что происходит на соседнем улице,
на соседней улице, в своем дворе, что завтра будет с точки зрения трафика в городе, наличие или отсутствие горячей воды, воды или электроэнергии. Только местное телевидение. Но телевидение – это сегодня контент, который вы можете потреблять на работе, дома, в движении, в транспорте, на улице. Телефон, планшет, любой гаджет. Я надеюсь, что скоро у нас будут видеопанели, и в принципе мы будем все время в так называемом телевидении. Но телевидение – это сегодня контент. И все, кто производит на локальном уровне качественный контент, тот и выигрывает. Есть своя задача у местного телевидения, у местного производителя контента, есть задача у национального телевидения. И сегодня аудитория достаточно широкая. Главное – делать качественный контент. Дякую, Олександре. Дуже цікава, відверта розмова. Колегам завжди є про що поговорити. Бажаю успіхів вам і взагалі нашому такому журналістському братству. Дякую. Спасибо большое. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хеміт. До наступних зустрічей в ефірі.